Конференция, посвященная Греймасу, конечно, не может обойтись без доклада, посвященного богам. Ну и, соответственно, то, что вот я представлю, это некоторые соображения по поводу того, как мог выглядеть индоевропейский пантеон, как выглядит реконструкция в той области, которая, собственно, начиная с работ Гримма, так или иначе развивается. Первое, что приходит на ум, то, что стоит посмотреть, как выглядела идея божества вообще, вне зависимости от имени божества. И с этой точки зрения показательными являются, с одной стороны, те названия божеств, которые мы имеем в латыни или в литовском «девос», где имеется корень «дейв», «дьев» и так далее, который обозначает божество. Эта традиция сохранилась и в других традициях, скажем, в греческом языке мы имеем «диос» как эпитет уже не только божеств, но и героев, «диос», «ахиллос». Но и параллельно с этим существует целый ряд языков, в которых, как в древнегреческом, у нас божество обозначается с помощью производного от корня, который обозначает «устанавливать что-то». Вот яркий пример – это армянское «дик». Я прошу прощения, это «к» должно быть еще с таким значочком, которое обозначает «боги», это «плюрали тантум». И, судя по всему, это восходит к атематическому склонению. И здесь я ссылаюсь на еще не опубликованную статью замечательного армениста Вереда, который восстанавливает вот эту форму «дхэс-эс». Обычно в этимологических словарях тематическое склонение предполагают. Это атематическое склонение засвидетельствовано также в древнегреческих композитах. «Тесфатос», так сказать, тот, который говорит божественным образом. Слово, которое хорошо представлено в раннем греческом эпосе у Гомера. И дальше, потом некоторый перерыв на употребление в других жанрах. И потом вдруг с приходом христианства «тесфатос», как постоянный эпитет апостола Павла, появляется, и им наполнена вся литература первых, христианская литература первых веков христианства. И, значит, вот Вереда, мной упомянутый, аргументирует это, ссылаясь на интерпретацию Бриджит Олсен, и говорит о том, что форма эта должна была появиться в результате древней контракции, но уже после падения определенных согласных в армянском языке. Для греческого языка обычной является форма как раз тематического склонения. И это засвидетельствовано уже в микенских текстах второго тысячелетия еще до новой эры, где мы имеем «паси теои», за которым стоит «панси теои техой хи», должно быть, простите, там опечатка, что соответствует греческому «паси теойси». Надо сказать, что это встречается в надписях и встречается в архаической греческой литературе достаточно часто. И здесь можно вот это по корню связывать в любом случае с корнем, вот, связанным с идеей устанавливать что-то. То есть, вероятно, идея должна быть скорее установитель.
То есть так же, как латинский pontifex, это не тот, который делает мосты, как мы понимаем, хотя pons pontis – это мост, а тот, который прокладывает пути, устанавливает пути. И я совсем не уверен, что речь идет о переселении италийцев на Апеннинский полуостров. Скорее, это тот, кто устанавливает пути вот в космические, а не какие-то вот вполне земные. Так. Так, да. Я просто слишком сильно нажал, простите. Значит, надо сказать, что вот этот корень с расширением связан во многих-многих языках с идеями, так или иначе, почитания божеств. То, что я привел, это список того, что приводит, приводится в словаре Nomina Indo-Germanischen Lexikon, где мы имеем и для клинописного лувийского вот какую-то вативную стелу или вативный объект, объект для ликийского алтарь, также для лидийского продолжения мы обнаруживаем. В латинском у нас имеется с суффиксальным «n» из «fasnum» «fanum», которое обозначает просто «святилище». И то же самое представлено в других языках. Вот здесь «осское», «умбрское», «пилигнское» и также «священные дни» могут обозначаться от этого же корня. Так или иначе, то, что связано вот с почитанием божества вообще, а не с каким-то конкретным божеством. Ну, это кусочек, который я позаимствовал из этимологического словаря Девана, где разбирается подробно прилагательное «feralis» от «ferie», то, что связано с почитанием, давайте прямо скажем, обожествленных предков. Да? То есть вот то, что для латинской традиции вообще было свойственно с масками во время похоронной процессии и так далее. Значит, мы здесь одновременно с этим имеем некоторое количество имен божеств, которые восстанавливаются вполне традиционно. И, наверное, следующее, да, вот будет ссылка на книгу Узенера «Götternamen». Книга, которая до сих пор остается полезной, и где большие списки имен божеств по традициям и очень немного тех имен, которые могут восстанавливаться как праиндоевропейские имена. В первую очередь это имя санскритское «дьяух», латинское «Юпитер», «Йовис», греческое «Зевс», но также восстанавливается «заря», Аушра, как божество перечисляется обычно, латинская аурора, греческая эос и санскритская ушас – все это однокоренные слова. За последнее время, благодаря тому, с чем вряд ли большинство присутствующих сталкивалось, благодаря акцентно-облаутной парадигме и переходам из одного класса в другой, как будто бы удается восстановить не формульное «Зевс-отец» или «Дьяух-отец», а удается показать, что первоначально это была генитивная форма «небо-генитив». Отец, да? То есть вот отец
небо, который, и я привожу здесь страничку из краткого введения в индоевропеистику Леонарда Георгиевича Герценберга, который как раз подробно разбирает переход из одной акцентной парадигмы в другую. Но уже к исходу праиндоевропейской эпохи, судя по всему, это было формульное сочетание «Зевс-отец», то, что встречается и в других традициях, кроме греческой. За последнее время появилось еще одно милое сопоставление, на которое тоже люди, занимающиеся мифологией, могли не обратить внимания, потому что это в замечательной книге Райнера Липпа, посвященной чисто фонетическим проблемам, да еще и в индоиранском ареале. Но это совершенно замечательный двухтомник, второй том которого, не случайно именно обложка второго тома здесь приведена, это 2010 год. Райнеру Липпу удалось показать, что латинское название Марса, божества, которое первоначально никак не связано с военной сферой. Первоначальная функция, как все знают, это функция, связанная с сельским хозяйством, с пробуждением вегетативного цикла годового. И не случайно с этого месяца начинался римский календарь с 1 марта. Дальше шли месяца по счету, откуда нам достался только, начиная с сентября идут вот 7, 8, 10, который оказывается декабрем, с нашей точки зрения не 10, а 12, затем идет январь и февраль, который, если верить Бенвенисту, а я ему здесь верю, представлял собой месяц люстраций, поэтому он был короче, этот месяц, и, соответственно, такой вот месяц, который предшествовал началу нового сезона. Либо обращает внимание на то, что вот эта основа март, расширенная затем разными способами, в том числе с помощью суффикса «ко», что для латинского языка невозможно, это дает, соответственно, «маркус» и все прочее, таким образом удается подсоединить вот эти имена. Дальше обращает Лип специальное внимание на то, что индоевропейские божества иной раз обладают именами с начальным удвоением. При том, что для праиндоевропейской грамматики свойственно удвоение только у глагола, и когда мы встречаем удвоение как таковое, обычно мы думаем, что это догреческое, а не праиндоевропейское, значит, вот подробно разбирает он основу, в том числе «мамерт», всякие «мамертины» и прочее вспоминаются при этом, и дальше подсоединяет к этому то, что прежде не делалось. Древнеиндийских божеств, связанных как раз с природными силами марутов, которые обычно отвечают за дуновение ветра, за погодные условия и так далее. И это стоит иметь в виду, это некоторый шаг, который был сделан вот в последнее время, и который подкрепляет, собственно, наше представление о том, что многие явления природы в праиндоевропейскую эпоху уже обожествлялись. Вот, соответственно, для италийских племен здесь можно также говорить о том, что многим племенам хотелось стать потомками Марса. В
частности, как доказывает это Лип, это как будто бы удалось маруцинам, надписи на маруцинском диалекте до нас дошли, но, возможно, также и марсам. Было и такое племя. Так. Значит, вот еще раз этот самый, то сопоставление, которое, на котором Лип настаивает, и, как мне представляется, настаивает правильно, сопоставляя латинское «mavors» – «марс» и ведийское название «марутов». Еще раз подчеркну, что нам не удается восстановить, вот кроме верховного божества, кроме имени громовержца, причем не во всех традициях, имена божеств проиндоевропейского пантеона. Если мы начинаем смотреть на отдельные пантеоны, то чем древнее пантеон, тем больше божеств. Для Микенского, от которого до нас дошло очень немного хозяйственных текстов, мы имеем список примерно 80 божеств, которые почитались, и которые структурированы не всегда достаточно сильно. Но в том числе у нас имеются в разных традициях такие имена божеств, которые начинаются с числительного «три». И вот об этом писал хорошо Владимир Николаевич Топоров. Это же встречается в разных традициях. Мы здесь вот из статьи Владимира Николаевича этого «Три глава» славянского «Тримурти», «Трита» санскритский, «Триптолем» греческий и «Тритон» тоже греческий. Можно вспомнить о трех лаймах и так далее. То есть вот все это как раз Греймос подробно разбирал эти три лаймы. Значит, обычно при этом не упоминается то, что уже в греческой традиции имеется и такое божество, как Тритопатор, который непонятно как интерпретировать, то ли три отец, то ли трижды отец. При этом в свое время Бенвенист, это единственная его книга, которая не переведена на русский язык, установил разницу между «патер» с суффиксом «тер» – функция, которая неотъемлема. То есть, и одновременно с этим «генетор» – родитель. То есть, родивший один, два, три раза, но это не неотъемлемая функция. Если бы появилось божество, которое называлось бы «генетер», в греческом такого нету, но если бы оно появилось, то это было бы какое-то божество, которое непрерывно порождает. Значит, вот таким образом, от того же корня, что и «патер», но с другим суффиксом, мы имеем вот это божество «трито-патор», которое, судя по всему, изображено на карнизе храма Афины, который был построен при Писистрате, разрушен персами, очень хорошо сохранилось, видно, божество с тремя мужскими торсами и с общим змеиным окончанием. Значит, сведений об этом Тритопаторе немного. В словаре Гизихия имеется указание во множественном числе, что вот эти тритопаторы, что они ветры, из, рожденные от неба и земли, и, а другие говорят, что они праотцы. Ну и в словаре «Харпократион лексикон» тоже сообщается, что это какое-то вот такое божество ветра. Перечисляются в том числе и их имена. И это можно было бы считать некоторой случайностью, если бы в тех же микенских текстах у нас не появилось божество, которое называется «Три герой» или «Трижды герой». И такая вот троичность
в именах божеств, увеличивающаяся с появлением новых текстов, наводит на мысль о том, что вот эта троичность не случайна. И с чем она связана, мы можем пытаться это связать либо с идеей членения мира в соответствии с мировым древом на три части, либо попытаться связать это с более поздней традицией, которая нам сообщает иногда, что Зевс – это просто эфир, и считать, что все эти божества относятся только к атмосферным явлениям, что это деление именно атмосферы на три части. Значит, принять здесь решение какое-то невозможно, потому что деление неба на несколько слоев встречается в том числе во вполне архаических культурах. Скажем, у негидальцев чуть не 7 слоев, и шаманы, которые поднимаются до определенного слоя, а выше не могут. То есть вот не исключено, что какие-то представления именно с делением небесной сферы по уровням отражены в этих архаических традициях. Значит, как это отмечал Вячеслав Всеволодович достаточно давно и со ссылкой еще на, к сожалению, скончавшегося в позапрошлом году Мартина Веста. Мартин Вест впервые сопоставил в комментариях к Гесиоду хетское выражение «каруилис» «боги прежние годы» и греческое «протеройтеой», предположив тем самым радикальную смену, которая происходила в индоевропейское еще время или сразу после этого, потому что в некоторых традициях имена богов совпадают, я имею в виду Авесту и Веды, да? Но очевидным образом произошла определенная революция по этой части. И греческая мифология нам известна, конечно, лучше, чем известна хетская мифология, и мы имеем вот отголоски борьбы между богами первого поколения и богами второго поколения, в том числе между теми божествами, которых породила Гея. И надо сказать, и здесь мы можем вернуться с полным правом к идеям Греймаса, что для общего обозначения богов используется также и противопоставление смертные-бессмертные. И различительным признаком при этом, как мы можем видеть, является именно смерть, а не жизнь. То есть боги – это те, которые не знают смерти, в то время как вечно живущими могут становиться и люди. Более того, людям это предлагают в нескольких традициях. Например, перед таким выбором были поставлены нарты, которым спросили, хотите ли вы вечную жизнь или хотите вы вечную славу. И нарты сказали, зачем нам вечная жизнь, мы хотим вечную славу. И благополучно скончали свои дни. Значит, в архаической модели, по крайней мере, в индоевропейских языках Европы, можно видеть не только ясную пару антонимов, но и прямое влияние слова для жизни на слово для смерти. Реконструкция формул или реконструкция кусочков проиндоевропейского текста – это особая большая проблема. Реконструировать основу, и то не просто, реконструировать словосочетание, хотя это успешно осуществляется небольшими
порциями уже с середины XIX века сделать еще труднее. Значит, вот мы имеем противопоставление двух основ «гви», «во» и «смрто» для праиндоевропейского мы можем это восстанавливать. То, что неожиданно в нескольких традициях латинское «mortuus», где мы бы не ожидали, что не будет «у» после «т», да? «Мрто» должно быть. Не исключено, что это влияние со стороны «вивус», точно так же, как в русском «ни жив, ни мертв», где «в», опять же, этимологически не особенно должно быть закономерным. Ну и, наверное, возвращаясь к теонимам, апеллативам, нужно сказать, что во многом наши трудности с восстановлением имен праиндоевропейского пантеона связаны с тем, что очень легко имя заменяется на эпитет. Так мы имеем для гомеровского текста в традиционном толковании божество, которое называется Эниалий, но одновременно с этим это же божество называется Арес. И комментарии и античные, и комментарии XIX века дают нам всюду указание на то, что Эниалий – это эпитет Ареса. Вот здесь я привел определение из гомеровского словаря Эбелинга конца XIX века с отсылками на Аристоника еще Александрийского филолога, который комментировал Гомера. Ну и это повторяется и у Преллера в «Греческой митологии» и так далее. Значит, вот исходя из микенского материала, а имя Эниалия появилось в микенских текстах как имя самостоятельного божества, стало совершенно очевидно, что Эниалий – это божество, а как раз Арей – это эпитет, который первоначально обозначал лучший. И даже внизу здесь я привел этот текст, в аркадской надписи еще 4 века до новой эры перечисляются Зевс Арей, Афина Арея и Эниалий Арей. Вот тот самый Эниалий с тем самым эпитетом, который вообще стал потом именем, вытеснив первоначальное имя окончательно. Ну и, значит, здесь совершенно видно, отчетливо видно, что этот «арейос» – это сравнительная степень от того, что в греческом языке благополучно существует до сих пор в суперлативе «аристос». И, значит, вот от этого корня образован эпитет. Такие изменения можно видеть, судя по всему, уже и в микенское время, во втором тысячелетии, потому что вот эти гарпии, явно крылатые божества, они упоминаются в сравнительно недавно найденных в 1994 году фивах текстов. С точки зрения этимологии они прозрачны. Это божества, которые обозначают как «хватающие». И это явно эпитет, который не исключено, что заменил имя какого-то вот такого мелкого божества. Такая же картина с заменой, но уже по другим причинам. Табуированность имени засвидетельствована в греческом языке классического периода, когда иринии заменяются часто в текстах либо как «семнайтеай», такие страшно почитаемые богини, либо как «эуменидес», где начальное «эу» должно смягчить
вот, ужас, который вызывал этот образ. И при этом речь в данном случае идет отнюдь не о полном табуировании, потому что имя Ириней продолжает существовать в греческой культуре. Вот мне хотелось представить и уложиться во время некоторые соображения о том, что за последнее время появилось нового в этой области, но, как вы видите, появилось не так много, с одной стороны, подкрепляющее то, что в русской традиции хорошо представлено трехтомником Афанасьева. Ну и, кстати, давайте упомяну превосходным большим томом комментариев Анатолия Федоровича Журавлева к Афанасьевскому тому, где подчеркивается как раз обожествление природных явлений. Одновременно с этим, как я пытался показать, природными явлениями дело не ограничивалось. Но каждый раз, как мы отходим от конкретного соотношения обозначение предмета и сам предмет, пусть в данном случае речь шла о природных явлениях, и переходим к чему-то более сложному, мы наталкиваемся вот на те трудности, которые я попытался сформулировать, говоря о замене обозначений. И, конечно, нам отнюдь не всегда легко определить характер того божества, которое обозначено тем или иным именем. Благодарю за внимание. Нельзя ли что-то более конкретное сказать о связи вот идеи божественности с предками, с мертвыми, которая коренится в формулах? Вот я сейчас пою этот «небо, отец, Бог» там. Вот это я поясню, что, например, в хетском языке показано, что формула «Бог, отца» содержит генитив отождествления, то есть она означает «Бог-Отец». То есть это предок, который обожествлен на самом деле. Вот здесь, вот в этих формулах, о которых вы говорили, вот как это, ну, что-то мне хотелось бы более конкретно услышать. Значит, вот именно в такой формулировке, которую вы сейчас произнесли, я не помню, а вот формулировка хетская «когда мой отец стал Богом», в смысле «помер», вот это встречается в хетских текстах на каждом шагу. И идея определения предков присутствует, конечно, во многих традициях индоевропейских. И более того, эта божественность, я плохо это сформулировал, но пример повторю просто. Диос Ахиллеус, понимаете, он еще в это время бегает, он жив. Но он уже диос, да, то есть вот можно и к нему это приложить, богоравный и так далее. Дальше встает вопрос, на какую глубину мы можем реконструировать взвешенность. Потому что, конечно, для микенского времени, где у нас имеется просто божество с весами, которое на вазе изображено божество с весами, которое встречает прибывающего на колеснице, явно переходящего в другой мир. Мы имеем в микенских шахтных гробницах, сделанные из тончайшей золотой фольги, весы, на которых взвесить ничего нельзя. Между тем, на этих чашах весов изображены бабочки. Между тем, для древнегреческого мы знаем, психе – это и душа, и бабочка. Соответственно, если это бессмысленный предмет, но явно дорогущий, потому что надо было на тончайшую, просто такое ощущение, проверить это нельзя было, под стеклом они лежат, но ощущение такое, что если дунуть, то это взлетит. Вот такой тонкости эта фольга. Взвесить на этом ничего невозможно. Абсолютно реалистично изображены вот эти весы. В гомеровских формулах мы имеем равновесный по замыслам Зевсу и так далее. Явно вот появляется во втором тысячелетии, уже это распространено, взвешивание, некоторая индивидуальность. Одновременно с этим героизация, героический культ
почитание могил, который тянется дальше. В III веке до новой эры устраивают могилу микенского вида, но не полную, а только вход в нее, и приносят жертву местному герою. Типичный новодел, типичный эллинистического времени, но явно вот городу нужно было иметь своего героя, вот они ему сделали по всем традициям. В Риме, опять же, повторюсь, принимая к себе, принимая в свое число, в похоронной процессии участвуют все предки за все поколения, и их маски хранятся. И... Нет, в Риме. В Риме. И удивительным образом, когда-то, опять же, благодаря тому, что в 70-е годы были вот эти конференции, которые организовывал институт, у меня был доклад, где я пытался связать микенские, всем известные золотые маски, с менее, намного менее известными масками V века до новой эры на территории Сербии и показать, что римские маски также продолжают, судя по всему, восточную традицию, потому что древнейшая маска, которую мы знаем, найдена под стеной древнего Иерихона. У меня была возможность еще обсуждать это с покойным Николаем Яковлевичем Мерпертом, который подтвердил датировку 7-го тысячелетия для этой маски и также одобрил идею не портретности микенских масок, по крайней мере, в той части, которая касается глаз. Я до сих пор уверен, что речь идет о вставлявшихся в глазницы ракушках. Вот Николай Яковлевич, который знал материалы не только опубликованные, но и все музеи, и все частные коллекции, тогда вот одобрил эту идею.